Начнем тогда с трубопровода «Дружба». Нам вообще удивительно было, что он еще работал. Вот. Но раз он работал и раз его перекрыли, о чем это свидетельствует, что с этим связано и как это трактовать? Ну, трубопровод «Дружба». Дело все в том, что тут как-то парадоксально все получается. Вот вдруг южная ветка вот этой «Дружбы», которая нацелена на три страны. Это Венгрия, Чехия и Словакия. И вдруг там немножко проходит через территорию Украины, вот ее участок, и украинцы перекрыли транзит по этому участку. Но мне это все вспоминается январь 2007 года, так, когда руководитель компании «Транснефть» Семен Михайлович Вайншток написал письмо Путину, где он предложил: а что это там вот мы так зависим от всякого транзита с нашей нефтью? Давайте эту «Дружбу» мы закроем. И от ее такого пункта «Унеча» на белорусской границе построим новый нефтепровод к Балтийскому морю и будем нефть гнать морем. Зачем нам все эти транзиты какие-то? Оставим для Беларуси 18 миллионов тонн в год, чтобы два нефтеперерабатывающих завода там еще успели работать, а все остальное перекроем, нам не нужны какие-то транзиты. И Путин, ужасно обрадованный тем, что у него появилась возможность еще насолить каким-то соседям в Европе, он в правом верхнем углу этого документа, у меня фотокопия есть его, да, его резолюции, написал «согласен», и все это, значит, 11 января 2007 года. Ну, и скандал был довольно большой. Мы тогда, я помню, я работал еще в американской компании, мы позвонили в посольство Германии и спросили их: а как вы вообще отреагируете на то, что вот «Дружба» перестанет качать вам через Беларусь, через Польшу нефть российскую, а там сидят на этой российской нефти сразу несколько нефтеперерабатывающих предприятий. Нам, не советуясь со своими руководителями где-то в Германии, сразу сказали: вы знаете, крайне отрицательно. Это, во-первых, нам надо будет вот из Ростока там развернуть трубы в обратном направлении, получать нефть морем, а не по трубе. Это гораздо дороже, это неудобно, это вообще все это очень плохо. Мы спросили у компании «Лукойл»: вот вы отправляете сейчас нефть по трубе туда, в Германию, гоните вот в Чехию, Словакию, Венгрию, а что будет, если вам придется отгружать эту нефть морем на Балтике? Нам сразу сказали: мы уже просчитали, говорят, в «Лукойле». Это значит, что у нас повышается себестоимость нефти этой где-то на $13 за баррель. То есть дороже это все будет, неудобно, нам будет неудобно со страшной силой, так же, как и этим странам. Потом вот эти южные страны, южная ветка «Дружбы», они просто возопили и в МИДе пошли к Путину и сказали: слушайте, мы тут несколько лет пытались наладить отношения более или менее человеческие с этими тремя странами, с Венгрией, Чехией, Словакией. И тут вдруг такой удар, им неоткуда больше нефть получать. Мы их ставим в страшно неудобное положение. Ну, Путин согласился: давайте вот эту южную ветку еще пока оставим, а северную, в общем, будем закрывать. Пора ее закрывать, тем более, что нефтепроводная система «Дружба», она себя уже раз пять, наверное, окупила. Все расходы на ее строительство. Все давно самортизировано. Да, от «Унича», от этой, построили трубу до Усть-Луги. Правда, не такого масштаба, как предлагал Вайншток. Он предлагал на 75 миллионов тонн в год. Немножко поменьше, но, тем не менее, она заработала. И у России появилась возможность все это перекрывать, отправлять нефть другими маршрутами. Но тогда каким-то образом это все спустили на тормозах, потому что тоже не стали ни с кем ругаться. И вот теперь вот то распоряжение Путина, оно фактически выполняется, то есть выполняют его сейчас украинцы, которым надоело, как я понимаю, слышать от руководителей Венгрии, Словакии и Чехии, отсутствие, видеть там отсутствие политической поддержки в борьбе против агрессора. То есть эти страны, они заигрывают с Путиным,
потому что он дает туда газ на льготных, в общем-то, условиях, туда поступает нефть. Ну, сказали на Украине: слушайте, ребят, ну сколько можно? Вы сидите на нашей шее, мы транзитеры, и давайте это дело все прекращать. Тем более, что давно Путин уже это хотел сделать. Ну и прекратили. Вот по северной ветке еще сейчас иногда поступает какая-то нефть в Германию, но это в основном нефть Казахстана, когда ему удается договориться с Транснефтью о том, чтобы какие-то объемы пропустили по контрактам для Германии. А российская нефть туда сейчас уже ни в Польшу, ни в Германию не поступает. А по южной ветке немножко нефти шло. Это не так много, но в результате и Словакии, и Венгрии, и Чехии придется искать где-то замену. Сделать это можно технически. В Европе нефть есть. То есть им нужно будет договариваться с теми, у кого есть нефть, и по каким-то где-то разворачивать трубы, где-то что-то еще делать. В общем, нефть они получат. Это будет дороже, конечно. Но исчезнет еще один аргумент для пророссийских лобби вот в этих трех странах, что вот мы так зависим от российской нефти, от Путина, давайте его поддерживать. Вот этот аргумент у них исчезнет. И я думаю, если украинцы все-таки пойдут на то, что в декабре они откажутся продлевать соглашение о транзите с «Газпромом» по газу, тогда у них исчезнет еще вот аргумент, что вот, видите, у нас тут российский газ, и поэтому мы должны поддерживать Путина. Исчезнет и этот аргумент. И тогда вот, ну, фактически то, что сделали сейчас украинцы, это лишили одного из аргументов пророссийское лобби в этих странах. Это существенно. А вот смотрите, а что происходит с другими трубопроводами? Или сейчас через Украину только дружба и тек? То есть вот иные какие-то ветки соединяют вообще? По нефти это только вот дружба. Вот а по газу через Украину идет, ну там на Украине есть газотранспортная сеть Украины, ГТС Украины, компания. Вход сейчас из России только один, через Суджу, так называемую. Там сейчас российские представители «Газпрома», они говорят: вы знаете, у нас нет возможности повысить прокачку через эту Суджу больше, чем вот 42-43 миллиона кубометров в сутки. Но, насколько я понимаю, это не соответствует действительности, потому что вот у меня даже где-то тут цифры были. Они прокачивали, по-моему, да, 75 они прокачивали в 22-м году, в мае 22-го года, в сутки. Поэтому это не 42, они гораздо больше могут прокачать. А там через Суджу проходят два мощных газопровода. Это знаменитый Уренгой, Помар и Ужгород, который может качать 28 миллиардов кубометров в год. И там еще Прогресс, это 26 миллиардов кубометров в год может прокачивать. Газпром, между делом, когда-то еще с 2012 года начал разбирать потихоньку трубы вот на этих всех больших коридорах, ведущих на запад, в расчете на то, что он большой новый газотранспортный коридор с Ямала построит в сторону Торжка, оттуда пойдет часть на Балтику, часть на, так, ожидали так, Южный поток будет через Черное море. И вот он нам начал строить вот этот коридор, там огромные деньги были вовлечены, а старые трубы он стал потихонечку разбирать. Но, судя по всему, там не очень быстро все это делалось, и Уренгой, Помар и Ужгород, и Прогресс, они до сих пор в рабочем состоянии и могут прокачивать гораздо больше. Поэтому все зависит сейчас от воли украинского руководства. Они могут поступить точно так же, как вот с нефтью, и сказать: все, хватит, ребята, больше мы с вами, вы тут там обстреливаете нашу территорию, у нас выходит из строя то компрессор, то труба где-нибудь у нас лопнет, еще что-то из-за войны, и поэтому давайте это все прекращать. Тогда опять потеряют последний аргумент лобби в этих странах,
Мало того, эти страны не должны будут платить «Газпрому» никакую неустойку за срыв закупок в России, потому что это форс-мажор. Это украинские власти, в общем-то, внесли вот свою лепту в нарушение этих поставок. И поэтому тут никакой арбитраж ничего не присудит никому, ни «Газпрому», ни этим вот компаниям. И что потеряет Украина? Уже посчитано. Это вот мои украинские друзья, они посчитали. 0,46% ВВП. Это то, что сейчас «Газпром-экспорт» платит Украине за транзит газа. То есть, ну, это не так много. Потеряют они вот эту вот сумму, но зато они политически очень здорово выиграют. Михаил Иванович, перейдем вот к этой теме какой-то полусомнительной относительно иранской сделки по газу. Тут говорят о каких-то там 100 долларов за кубометр и так далее. Мы ничего в этом не понимаем, что это за демпинг такой и так далее. Вы нам расскажите все подробнее, так сказать, как это в контексте их союза Москвы и Тегерана выглядит и так далее. Ну, это еще было с 2009 года. Потом вот в 2022 году «Газпром» с иранцами подписывал и подписывал всевозможные меморандумы о взаимопонимании, о намерениях, о сотрудничестве. Я помню, вот в 2022 году там был такой меморандум, где было сказано, что сотрудничество в энергетической сфере достигнет 40 миллиардов долларов в год. И мы там, то есть не в год, а 40 миллиардов долларов будет вложено непонятно кем и куда. Но вот такая сумма была. Потом все забыли про этот меморандум. Таких бумажек, которые никого ни к чему не обязывают, в «Газпроме» сотни бумажек. И вдруг возникла еще одна бумажка. В июне там был Миллер, поехал в Тегеран. И подписали очередной меморандум. Опять ни к чему никого не обязывающий. Никто не знал там, что в этом меморандуме. Но вдруг пару дней тому назад вышел с заявлением министр нефти Ирана. Джавад Ауджи, вот есть такой министр. И он вдруг сказал совершенно неожиданную вещь. Вы знаете, вот скоро, он сказал, мы должны будем подписать контракт уже с «Газпромом», не какие-то там бумажки, которые закрепляют нашу взаимную вежливость, а контракт, по которому «Газпром» будет поставлять в Иран 300 миллионов кубометров газа ежедневно. Ну вот, через Украину идет 42 сейчас миллиона кубометров. Вот 300 будет миллионов кубометров. Это значит в год где-то 109,5 миллиардов кубометров в год. Вот как. Ну, «Газпром» во все дальнее зарубежье до широкомасштабного вторжения Путина в Украину он поставлял 155. Дальнее зарубежье в Европе все было. Да. Сила Сибири, она рассчитана вот в будущем году, выйдет на проектную отметку 38 миллиардов кубометров. А тут вдруг 109,5 в год. И к этому министр иранский сказал, вы знаете, ну, судя по всему, это будет газопровод через Каспий. Ну, вы представляете, вот, во-первых, Россия будет... Конечно, не иранцы будут строить. Это значит, «Газпром», который банкрот давным-давно уже. Да. То есть у него долгов уже много месяцев подряд больше, чем его стоимость на бирже. Стоимость всех его бумаг, капитализации компании. Это компания банкрот по всем признакам. И она где-то найдет деньги. Во-первых, на то, чтобы строить трубу через Каспий. В том числе по каким-то национальным секторам, я думаю, Туркменистана, возможно, Азербайджана, где-то вот иранскому сектору. Это уже вызывает подозрение, сможет ли она это все сделать. Потому что до этого, когда туркмены хотели в Азербайджан кинуть трубу, не очень большую газовую трубу, то тогда Россия сказала, ах, это страшная угроза экологии региона, без нас там ничего не должно обойтись. Один из провластных аналитиков, выступая вместе со мной в эфире РБК ТВ, ну, Константин Симонов такой есть, он, судя по всему, по поручению руководства, ну, руководство не могло такие вещи говорить в эфире, он сказал, вы знаете, если вот туркмены там пойдут на такие шаги,
то не исключено, что мы пошлем канонерки туда, то есть военно-морское будет вмешательство. После этого разговоров о туркменской трубе мы больше не слышали, а теперь мы слышим разговоры о российско-иранской трубе через весь Каспий. Но тут возникают другие вопросы. Ну ладно, там вот эти 300 миллионов кубометров в сутки. А зачем вот это Ирану? Министр сказал, что этот газ будет использоваться для внутреннего потребления, то есть производства электроэнергии, газоснабжения, и плюс к этому еще экспорт. Понятно, то есть они хотят через Иран перепродавать нефть, то есть, извините, газ дальше, я правильно понимаю? Да. То есть вот Россия, которую Путин убрал «Газпром» из Европы своей волей, вот теперь «Газпром» пытается вместе с Путиным придумать какие-то вот красивые схемы, но для «Газпрома» это просто будет распил бабла, выделенного, да, как всегда. Ну вот. А для Путина это геополитическая цель, в которую не жалко вбухать еще миллиарды, миллиарды и миллиарды. Это труба как на Луну, потому что первое – у Ирана своего газа, ну, это 17% от мировых запасов газа. Газа, как у дурака махорки, как у нас говорят. Да, то есть это вот он после России, он на втором месте по запасам газа. У него этого газа. Он не знает, куда его девать. Нет, извините, я вам перебиваю, но это не самый выгодный контрагент для того, чтобы продавать дальше, потому что он сам, этот Иран, опоясан, будучи военным советником России, но сам страна-изгой, опоясанная санкциями. Вот, как вот Иран пытался, уже много лет подряд он пытался построить трубу в Пакистан и дальше в Индию, чтобы так, вот газ туда либо морем, либо по суше. Вот по суше он даже начал ее строить. Но американцы нажали на Пакистан и сказали, знаете что, с Ираном, если вы будете связываться, то испортите с нами отношения. И пакистанцы туда не... То есть в Пакистан дорога закрыта для иранского и для российского газа. Дальше Иран поставляет немножко газа в Ирак, немного газа поставляет даже в Кувейт. И вот, значит, возникают такие планы, что Россия будет туда вот поставлять газ. В принципе, дорожка уже пробита, потому что туркмены, они взяли, подписали не очень большие контракты на поставку газа как раз в Ирак. И через Иран это делается. Мало того, у них есть небольшой контракт на поставку газа в Турцию, опять-таки через Иран. Из Туркмении через границу с Ираном там есть два перехода трубопроводных. Вот они туда газ качают, и в Иране... В северо-восточных районах Ирана, в Хорасане, на родине Омара Хайяма, там потребляют этот туркменский газ, чтобы не гнать его с юга, с южных месторождений. Но тут есть заковыка. В Иране есть закон, которому на территории страны вот нефть и газ должны принадлежать государству. Никаким иностранцам владеть этой нефтью и газом не разрешается. Значит, должна быть какая схема? Иран покупает этот газ у кого-то. Ну, у Туркменистана в данном случае, и в будущем, вероятно, у России, если Россия построит вот эту большую трубу. И дальше свой собственный уже газ продает дальше в Турцию, в Ирак, возможно, куда-то еще и дальше. А куда? Во-первых, это иранцы будут распоряжаться этими сделками. Во-вторых, иранцы... мечтают, чтобы они построили у себя технологию, сжиженный природный газ. Вот им не дают этой технологии, потому что там эмбарго. Иран – страна-изгой. И они вынуждены что делать? Вот куда пускать свой собственный газ? У них три назначения. Очень маленькая доля идет на экспорт. Ну вот куда только можно его немножко пропихнуть. Дальше. Больше всего газа идет на добычу нефти. Вот газ отправляют на нефтепромыслы, закачивают под землю туда в нефтяной пласт, чтобы повысить там давление. И нефть очень хорошо поступает на поверхность вот под давлением там внизу из этого. И третье – это газификация. Газификация идет очень активно. Они где-то там по чуть ли не 3000 деревень газифицируют каждый год. Все это бесплатно для деревни делается. Ну, некуда девать этот газ. Тут вдруг они обещают еще у России газ покупать. Не просто так брать вот где-то там транзитом, а покупать у России этот газ. В
Вот как это можно представить? Да, судя по вот иранским заявлениям, будет страшная скидка на газ. То есть чуть ли не 100 долларов за 1000 кубометров этого газа. Ну, вот в Китае по льготной цене, там сейчас 200 с лишним, по-моему, 280, по-моему, долларов идет в Китай. В Европу, та же вот Австрия покупает там 300 с лишним или 360 долларов за... А Ирану, значит, обещано, якобы обещано по 100. Вот то, что это будет не коммерческий контракт, уже понятно. Потому что вот стоимость этого, этой инфраструктуры всей колоссальной, этого никто это дело не окупит никогда. Вот не вернутся эти деньги. По морю проложить эту трубу, ну хорошо, ладно, вот проложат они эту трубу, скажем, по морю. А дальше по территории Ирана надо будет модернизировать вот газотранспортную инфраструктуру там. Кто будет за это платить? И зачем это кому-то? Это там еще нужно? То есть это все рассчитано только на одного слушателя или получателя информации, на Путина, который для своих геополитических целей будет выделять какие-то деньги «Газпрому» для того, чтобы тот вот это все распиливал. Да. Но это очень хорошо, потому что тогда меньше денег достанется на войну. Ну, и это тоже, конечно, хотя, по-моему, за ценой они не постоят. И туда вогонят, и украдут, и на войну поставят, сколько нужно. Потому что, как, знаете, в советском анекдоте, когда дети, мой любимый анекдот, приходят к отцу и говорят, водка стала постолько, а он говорит, значит, ты будешь меньше пить, идиот, и вы будете меньше жрать. Поэтому, как и... Здесь есть на ком отыграться-то, я бы так сказал. Но это все относится вот сейчас к числу тех самых фейков, которые... Да. Ну, иранцы, они демонстрируют американцам, что они могут очень сильно подружиться с Россией, если там с американцами не получится какого-то конструктивного диалога. Вот с этим новым якобы реформатором-президентом, который с американцами якобы может договориться. И они, он может договориться. Нет, и вот я думаю, что ему будет очень трудно договариваться. Я предполагаю, что следующим американским президентом будет республиканец. Я не буду, понятно, кто будет. Да, но вот там будет очень сильный нажим на Иран, который был во время Трампа, примерно вот так. Да. И Ирану придется... Вот как говорила моя, я люблю цитировать мою покойную вятскую тетку, Иран прижмет свои хлопотья. Да, то есть вот, это, да, вот будет диалог вот так. Но чтобы что-то выторговать себе, я думаю, что они могут использовать ту же тактику кнута и пряника. С одного конца они могут сказать, что, вы знаете, мы можем с Россией поссориться, не давать ей больше те же самые шахеды, чтобы они запускали их. Или наоборот, подружиться. Вот посмотрите, у нас есть и такой выход. Это у них какие-то карты для игры с американцами все-таки. Вот это предложение нынешнее иранское, оно безумное по коммерческой сути, по задержанию. Но оно вот такой пиаровский ход в расчете на будущую американскую администрацию. Ну, а как вы оцениваете? Ну, он нынешний президент Пашинян, как он, значит, был у Хатами. Я помню, когда в период Хатами, прям из него, из Хатами рисовали чуть ли прям не либерал, а либерал. И он действительно какие-то такие заявления делал по внутренней политике, а внешней. Даже там, так, какой-то резонер был. А это министром был у него, понимаете, нынешний президент. Там есть традиции менять то, значит, каких-то таких совсем ортодоксов или там чуть ли не... ксировцев на вот таких якобы либералов. Но, по-моему, это ничего не меняет. Нет, не меняет, потому что в Иране, ну, там все выборы очень хорошо регулируются. Ну, конечно. То есть тогда, когда поставили вот этого вот гражданина по фамилии Пезешкиян, Пезешк – это доктор, вот он, врачебная у него такая фамилия, поставили его... с ярлычком, вот вы знаете, он реформатор и либерал. Вот смотрите, как вы договариваетесь. Да. Но у него нету этого ни реформаторства, ни либеральства, ничего этого нет. Он несколько раз сделал какие-то заявления, что, вы знаете, неплохо было бы наладить диалог, более конструктивно подходить к Западу. О,
Вот, вот тут уже что-то такое просвечивает. А по внутренней иранской политике, ну, как-то он обмолвился, что, вы знаете, тут обвинения выдвинутые тогда-то, не сильно доказательны, мягче относиться к заключенным. Ну это не делает из него реформатора и либерала. Но, тем не менее, для того, чтобы появилась такая этикетка на нем, ну да, вот это сработало. Поставили вот такого, не абсолютно тупого консерватора, а вот вроде бы с ним можно разговаривать.